Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Вот это дела современных зверей. За что они губили детей своей же страны? Почему Бог их не наказывает? Ведь это в его силе. Сбросив бомбу на детей в городе Воронеж, фашист продолжал жить спокойно. Здесь, в поселке Таврово Воронежской области, похоронены дети, которые были расстреляны во время войны зверями-фашистами. Эта каменная плита установлена в поселке Сафроново, а эта могилка установлена недалеко от реки Воронеж. Удачного поселка Гигиенист. Память добрых людей видна наглядно. Здесь похоронено 3 неизвестных солдата. Здесь, на проспекте Революции, установлен памятник военному почтальону, который радовал солдат письмами родных и близких. Война войной. Но зачем рушить медицинские учреждения? Никакой человеческой логики в этом нет. Это свидетельствует низшей расы человеческого развития. Трудно понять этих зверей.
слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Незнакомого поселка на безымянной высоте. Ну, 75. А 80? 80, да? Поменьше. Знакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка. Честь имею, вы мирно жизни пою, честь имею на века. И будет у нас Россия крепка, и будет у нас Россия крепка. Отец, дядька, дядька, а это все пять дедов. Все погибли? Нет, погибло два. Вот вверху Григорий Васильевич. Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка высоте. Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой. Как приятно сознавать, что нынешнее поколение чтут и помнят воинов наших Второй мировой войны. 4-й год, нам нет житья от этих фрицев. 4-й год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра.